Всех рад приветствовать, подписчики и гости канала Мистер Банкир. Сегодня мы поговорим о кредитной карте Росбанка, расскажем кратко и подробно о ее подводных камнях, а также преимуществах. Также смотри это видео внимательнее, ведь мы расскажем, как можно получить бонусный фиксированный кэшбэк 2500 рублей. Название кредитной карты Росбанка 120 на все говорит само за себя, это кредитка с грейс-периодом до 120 дней. В течение этого периода не начисляются проценты, причем не только на безналичные покупки, но также на снятие наличных и переводы. Разберем далее в этом видео, как работает карта, платежная система карты по умолчанию МИР. Оформить карту 120 на все от Росбанка могут граждане РФ в возрасте от 18 до 64 лет, имеющие постоянную регистрацию в регионе присутствия банка. Есть также требования по стажу работы, на последнем месте не менее 3 месяцев, подать заявку на карту можно онлайн. Для подачи заявки на карту с лимитом до 100 тысяч рублей или при авторизации через портал госуслуги достаточно паспорта. В других случаях потребуется справка о доходах за последние 12 месяцев, но это не требуется для зарплатных клиентов. Также при определенных параметрах кредита банк может запросить копию трудовой книжки. Готовую карту можно забрать в офисе банка или заказать бесплатную курьерскую доставку по официальной ссылке в описании, либо же в закрепленном комментарии под видео. Льготный период по карте распространяется не только на обычные покупки, но и на снятие наличных и переводы. Первый грейс начинается на следующий день после первой расходной операции и длится 120 дней. В течение длинного грейса нужно каждый месяц вносить на карту минимальные платежи 2% от суммы долга, но не менее 100 рублей. Если до конца льготного периода полностью погасить задолженность, проценты платить не придется, а новый грейс откроется после следующей расходной операции из кредитного лимита. Если не закрыть долг до конца льготного периода, он прервется, и на все расходные операции начислятся проценты, начиная с момента возникновения задолженности от 25,4% годовых за безналичные покупки, 60% за снятие наличных и переводы. Стоимость обслуживания. Карта выпускается и обслуживается бесплатно, без дополнительных условий. Платным будет только перевыпуск по инициативе клиента, за это банк удержит 350 рублей. К основной карте можно открыть дополнительную, ее выпуск стоит 600 рублей. Снятие наличных и переводы. За снятие наличных и переводы из кредитного лимита, Росбанк не берет комиссию за переводы и снятие кредитных средств в любых банкоматах и переводы и снятие собственных средств в банкоматах Росбанка и партнеров, но за переводы с карты на карту и снятие собственных средств в сторонних банкоматах. Комиссия составит уже 1% плюс 100 рублей. СМС-информирование. Услуга информирования об операциях стоит 89 рублей в месяц. Плата взимается за каждый номер телефона, к которому подключена услуга. Кэшбэк на покупки повышенной категории. Эти категории клиент может выбирать сам и менять каждый месяц. Здесь он составит до 5% и 1% на все остальные покупки. В месяц начисляется не больше 10 тысяч рублей. По карте Росбанка действует бонус для всех новых клиентов, которые могут после оформления карты до 30 сентября совершить в сумме покупку на 10 тысяч рублей и получить фиксированный кэшбэк в размере 2500 рублей, то бишь 25% от потраченной суммы. Для этого необходимо оформить карту по ссылке в описании, либо же в комментарии под видео. Сама по себе карта может кому-то абсолютно не подойти, но в основном о данной карте пишут очень хорошие отзывы, правда здесь не без минусов, а именно, не впечатляющая программа лояльности и платное СМС-информирование. В остальном же карта переигрывает множество конкурентов. А на этом все, всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока.